Всех приветствую на канале, всем здравствуйте. У нас день. И я решила потушить капусту. Потушим капустку. Сделаем начинку. Будем фаршировать блинчики. Да. Ты будешь блинчики варить? Блинчики. Сейчас Даня молока принесет. Принесет Даня молочка. Яйца. Мы потушим капусту свежую, сделаем ее с яйцом. Нафаршируем блинчиков. У нас сегодня такая погода на улице. Отлично. День хороший, день чудесный. Замечательный денек. Так что хочется приготовить что-нибудь вкусненького. Масло у меня уже там нагрелось. Даня пришел, ага. Молока хоть купил? Ты молока хоть купил, сынок, да? Так. О, сметаны зашел, взял еще, ага. Так, яйца, две ячейки взял. Сейчас поставим сразу яйцо варить, чтобы потом в капусту добавлять. Замешаем тесто на блины и нажарим блиночков. Так, и баночка сметаны. Так, и порошок еще взяла. Ой, молодец. Потому что стирки у нас. Стирать не перестирать. Каждый день. На дворе лето. Стирки очень много. Так, ладно, сейчас это все уберем лишнее. Потом попозже. Встретимся. Хаба! Хаба, блиночки! Блиночки, блиночки! Что-то они у меня сегодня такие подзажаристые получаются. Но неплохие. Так, масло сливочное. Ой, масло сливочное растопим. Растопим маслице. Будем блинчики макать в маслице. У меня здесь большая такая вот кастрюля. Тесто получилось пол кастрюли. Жарить не пережарить. Так. Да, в кастрюльке маслице. Ой, какое маслице будет вкусненькое. Маленечко так. Маленечко. Обязательно смазываем сковородочку. Так-то, по идее, в такую-то жару, конечно, возле плиты стоять не совсем. Но так поманились блиночками. Вот с такой начиночкой. Капуста у меня потушилась. Я сейчас ее в салатник перекладу. Переложу из казана. И почищу яйца. В общем, приготовлю начинку. И прекрасно. Будет очень вкусно. Так, маслице топить давай. Так. Продолжаем жарить блинчики. Дети у меня гуляют. Так, у меня здесь уже начиночка. Получилось 4 яйца, 6 яиц ставила. А Ева, помощница моя, я думаю, сейчас поможет мне. Ну, помогла. 2 яйца съела. Я говорю, ну ладно. Не буду больше доваривать. В общем, так, капустка у нас теперь как будто, не как будто, а свежая. Свежую капусту продают. И она вот прям как раньше, своя домашняя. Потушишь ее, запах такой вкусный. Прям она такая нежная, тушится очень быстро. Замечательная будет у нас начинка. Тут у меня блинчиков уже так вот получилось. Получилось. Надо уже еще блинок. Так, будем заворачивать блиночки. Немножко еще блинчиков в маслице. Помакаем. Вкусненько. В общем, с начинкой сделаем. Ну и просто так блинчики так вот завернул блинчик-то. И в маслице. Нет, ладно, горячий. Горячий есть не буду. Потом, сейчас надо скорее жарить. Так, блиночки.
Не убегайте никуда, чтобы я вас не потеряла. А то смотришь только глаз да глаз за вами. Сейчас мама блинчиков сделает. Они что-то сегодня плохо едят. Вот. Не едят. Ела, съела два. Так, как-то бы мне начать фаршировать. Я не успеваю их жарить. Они моментально жарятся у меня сегодня, блиночки. Понемножку так вот. Даже не понемножку, я бы сказала, полная ложка. Так поменьше, наверное, надо так чуть-чуть. Чтобы они поменьше получились. Ау! Нагулялась. Ах, давай, мама, сейчас блинчики. Вот сейчас заворачиваю. Мне уже надо переворачивать блинчик. Моментально. Моментально наши блиночки сегодня жарятся. Вот. Вон уже. Что такое? Что? Процесс идет. Отличный. А меня сегодня кума подбила на такие блинчики. Я говорю, так хочу блинов с капустой, с яйцом, блинчиков фаршированных. И я подумала, я говорю, у меня вилок капусты лежит. Все, Даню отправила, говорю, ну-ка, сына, давай, купи молока, яйца и сделаем блиночков. Папа приехал. Папочка приехал. Папулечка. Они гуляют, я им сказала, не гулять, домой заходить. Я за ними только глаз да глаз успеваю смотреть. Ванну набрала там, хочу полосы поснимать, вот, пошуркать. Постирать надо будет. Ну что, любимый, как жизнь твоя рабочая? Как поработали? Еле-еле, ага. Угу. Приятного аппетита. Ну что, как тебе блинчик с маслицем? Вкусно. Такие у нас блины получаются. Все, тут уже сразу голчата прибежали. Ага. Они что, не едят толком? Не... Ну что, муха, двери открыты вон. Одни конфеты хотим кушать, ага. Ну, заглядывают. Все, нет. Иди скорей. Иди скорей, руки мой. Иди на блины. Блины-то у нас вкуснятина. Со сметанкой, сметанки положи. Нет сметанки. Ну, конечно. Она помогает. Она не это, не особо. С маслом-то ведь, видишь, сметану больше любит. Я ей с маслом не даю. Ну, а зачем они такие у меня? Кто-то писал тогда, если маслом сливочным не смазываешь, они сохнут быстро, они не мягкие. Нет. Мягкие блины, они не успевают засыхать. А их хватает, этих блинов. Если с утра, то на полдня не хватит, как говорится. Ну, раза на два поесть. Обычно раз поели, на второй раз немножко остается, покушали. Все, свежие блины съедаются. Это какую гору надо настряпать? У меня вот кастрюлище вон большая, пол кастрюли. И вот мне жарить и жарить еще. Так что... Жарить. Вот Саша с работы уставший. Говорит, то ли поесть, то ли полежать. Я говорю, поешьте давайте. Да? Поешь. А вот видишь, поисть-то дают. Садись давай за стол. Садись. Вот сюда и садись. Закончила. С блинами нажарила. Просто блинчики в маслице. Помакаем сметанку. Саша наелись с ребятишками. И блинчики завернула. Вкусные. Вкусные, нежные. Блиночки готовы. Нам приятного аппетита. Мы сейчас с Даней покушаем. А дальше будем заниматься другими делами. А вот и любимый муж. Да. Я ведь жду, я не ем. Я и уже лука, приготовила так картошечки. Что, в трех магазинах был лука нету. Да мне простой-то не надо. Я ведь хотела синей луковкой, я хотела селедочки. Ну, нету синей. Короче, селедочка вот эта Ивановская. А что ты одну купил? Потому что одна. Матвей, а что она дешевая такая? 158 рублей. Я не знаю, это 250. Это. Так кто не надо? О, ну это даже видно, а вот она. Я разбираюсь. Да? Наоборот. А когда она дешевая, Саша? Да. Ну это да. Там написано 300 грамм. 250.
Забыла сказать, Даня, это не ест не со сметаной, ничего, надо было сгущенки купить. Ну вот, яйца взяла. Ага, сейчас селедочки начищу. Поужинать надо. 250 рублей, запах такой прям. Вкусный, я тут наварила картошечки-то. Вкуснятина сейчас, селедочка, это самое то. Почистила свежую селедочку, она прям свежая-свежая, очень вкусненькая. Почистила, нарезалась вот так вот, по-скоренькому. Потому что торопимся, в общем, сейчас мы поедем по делам. Нас тетя Света в гости пригласила по делу. А вот, сейчас я поужинаю вкусно-вкусно с картошечкой. Такой у нас ужин. Так, ладно, нам приятного аппетита. Кто за столом, приятного аппетита. Тарелочку поближе. Приятного аппетита всем. Спасибо, любимый. Спасибо, хорошую рыбку купил. Свеженькую. Объедение. Вот так вот. Хорошо в деревне летом. А зимой лучше? Пап, я тебя люблю. Матвей. Кто там, Ева? Еще вот такая кепка есть. Ева, кто там? Кузелички. Ну ты что, какие кузелички? Что ты говорила? Кто это? Барашки. Барашки, да. А еще как их зовут? Барашки. Мали. Да? Овечки, да. Овечки. Овечки это девочки, а барашки это мальчики. Вот, так что мальчики. Попали опять в зоопарк, ага, посмотреть. Угу. Дети любят животных. Да? О, ничего себе! Орёт, да? Баласик. Кричит. Мея, да? Мея. Вот так. Мея. Кофе. Света нас с Женей пригласили попить. А тут арбуз. Вы не первый берете или первый? Первый. Первый арбуз? Да. Первый арбуз. Ну, такой неплохой, я скажу. Вот порезали немножко. Такой прям освежающий арбузик. У нас день сегодня как раз такой прям жаркий-жаркий. Вот, да, так что сейчас... Арбузы захотели, да. Мы еще не покупали. Вот тетя Света нас угощает. Давайте попьем кофеек. Арбуз, да, вкусный. Козлик, да. Веточки любят козлики. Все, напугал ты их. Домой приехали. У нас вчера были привезены камни от кумовьев. Вот Саша сейчас загрузит их. Ну, хотя бы часть убрать. Отсюда. Тут еще... Ничего. Сильно-то не нагружай. Помаленьку. Да, конечно. Они тяжеленные. На клумбу. Доделать немножко. Кошечка убежала. Ой, кошечка. Ну, вот так вот сейчас по кругу. Доделать. Что у нас тут? Ну, хоста стоит. Эти тоже у нас прижились. Красота. Люпины, смотри-ка, распустились. Кошечка, что ты выгрузила, а? Бульк. Так. Камушек, камушку. Кроссовки мокрые. Так, тут камни-то. Больше. Ой. Вот так вот. Тут красиво у нас. Отлично будет. Так.
Ну, тут можешь убрать. Получится прилично. Как раз оно все. И вид уже другой будет. Уже клумба будет доделана. Ну, я не знаю, если стоя поставить или острием вниз, наоборот. Он вот острый, получается, острием вниз туда, в землю. Вот так, наверное, если... Или что? Подкопать? Копать надо. Ну. Вот так. Неплохо. Ну, будем, ну, посмотрим. Сейчас нам хватило... Здесь хватило нам доделать. Сейчас... Возле прудика там сделаем. Ну, вот такая клумбочка. Неплохо получается. Хорошо. Последние? Ну, последние. Еще есть? Ну, вроде как-то мало, кажется. Ну, здесь тоже сделать. Потом дорожка сделается. Дай бог когда-нибудь, да? Тоже. Сегодня у нас 11-е, завтра. Я поставила так, да? И вот так вот получается. Надо будет друг за дружкой по краю, чтобы не ступали, потому что Матвей на машине постоянно гоняет, заезжает цветы. Ты его стоя или так хочешь? Ну, пусть так будет, смотри. Хотя вот, ну, я вот так хотела. Выйти. Давай, нужно. Давай, нужно выйти тебе. Можно, можно. Ну, подкопаешь, ага. Подкопаешь. Вот тоже. Вчера присадили эквилегию вот эту, и она прям вообще прекрасно себя чувствует, слава богу. Хороший кустик, красота. Вон он что гоняет на машине, на своей. А я сегодня в ванну воды набрала. Положила доску, хотела паласы замочить. А вот не хватило нам времени-то паласы замочить. Постирать вообще-то хотелось. Так что на завтра, может, отложим. Но завтра видно будет, что нам день наш преподнесет. Чем мы будем заниматься. Вот у меня тоже здесь красота. Помощница. Угу. Поливаемся с Евочкой, да? Угу. Вот умница. Хватит, хватит, доча, много-то не лей. Вот так. Давайте, давайте, поливайте, разделись. Папа там у нас... Камни еще привез. Сейчас доделает, хватает вроде бы. За день такая вода теплая в прудике. Прям нагрелась. Сейчас тепленькая водичка. Все поливаем. Молодцы. Ну и помощники. Ты решил переделать? Нельзя обзываться. Ну, сказала я уже. Скажи. Пусть она поливает, лишним не будет. Жара стояла, 30-ка, знаете, да? Больше. Больше? Глазки светятся. Ой! Ой-ой-ой! Наполивали клумбы. Поливки у нас много получается. И помидоры... В теплицах и везде. В общем, полным-полно поливаться. До позднего вечера все делаем. Особенно в жарудах. Пораньше никак не выйдешь. Ну, уже, слушай, хорошо ведь, да, Саша? Уже дети туда не пойдут, в цветы. Здесь получается такой вот проход неплохой. Потом тоже когда-то сделается дорожка. Ну, вот такой вариант. И будет отлично. Красота будет. Сейчас.
Время уже много, ну, видно вроде. Закончу это видео на этом. Будем дальше заканчивать наши огородные дела. Всем скажу огромное спасибо, что были с нами. И до скорых встреч. Заходите на Телеграм, на Дзен, на второй канал. Ссылочки внизу в описании оставляю. Заходите. Кому интересно, конечно. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Всем пока-пока. Камушки тут поливать. Помоем камушки.